Приветствуем вас на канале Kiabay. Сегодня к нам приехал владелец Toyota RAV4 2000 года. Такая уже старушка машина. На нее идут вот такие вот ключи зажигания. Это ключик на две кнопки, родной ключ. Он запрограммирован в машину, работает, он машину дистанционно закрывает, открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, машина заводится. Видно, что ключик уже разломался, корпус ключа, и его склеили. Это стандартная проблема ключей зажигания на Toyota. Если что, в нашей организации можно будет заменить корпус ключа на новый. Владелец приехал к нам, чтобы мы изготовили дубликат ключа зажигания, оригинальный. Мы это сделали, ключ уже запрограммирован, заточено лезвие ключа на компьютерном станке. Этот ключик машину дистанционно закрывает, открывает. И мы, если мы вставляем ключ в замок зажигания, машина заводится. Теперь у владельца два ключа зажигания, оба рабочие. То есть мы решили его проблему. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Toyota, либо на другую марку автомобиля, можете обращаться в компанию iKeyBuy, мы вам поможем.